Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Я решил рассказать о том, что в данный момент находится на руках и на что будут обзоры. Первое – это новенький планшет 7-дюймовый с 3G от Asus, называется который FrontPad. Достаточно интересная модель, хотя первые впечатления, конечно же, такие, знаете, ну, там одноядерный процессор стоит, но в целом, уже погоняв его немножко, понял, что планшет достаточно неплохой. Следующее. Очень многие меня очень часто просили сделать на HTC One обзор. Я сделал лучше. Я взял, соответственно, HTC One с двумя симками. Также свежая модель. Вот она. На нее также будет обзор. Пока за нее, если честно, не брался. Модель, на мой взгляд, конечно же, однозначно интересная, с алюминиевой задней крышкой. И тщательно протестирую его, сделаю обзор. Также есть такая вот замечательная штука от фирмы Sony. Взял на обзор. Это Bluetooth-гарнитура SBH50. Штука, в принципе, нормальная, относительно недорогая. То есть 2500 она стоит. Из особенностей можно к самой вот этой штуке Bluetooth подсоединить, в принципе, любые наушники. Те, которые в комплекте, они достаточно неплохие. Качество звука, ну, как и для всех Bluetooth-устройств, среднее. И, конечно, многие видят тут два невообразимо шикарных аппарата. Точнее, ну, один абсолютно такой же стал, становится легендарным. Это Nokia Lumia 920. Второй раз в моих руках взял специально для сравнения. Соответственно, 6 с HTC Windows Phone 8X. Я обязательно их сравню самым подробным образом, и вы посмотрите, что из них лучше, что из них, какой выигрывает, какой проигрывает. Вот это мне самому очень интересен будет обзор два этих замечательных аппарата. Пишите, соответственно, вопросы, если они у вас есть, на что обратить внимание, что потестировать. По времени сегодня у нас 13 июля 2013 года. Я постараюсь не затягивать и в течение 2 недель сделать обзор на все эти замечательные вещи. С уважением ко всем, Давид Кузьмин.